проблема нашего участия в энергетическом европейском сообществе, так называемый третий пакет энергетический, потому что «Газпром», пользуясь этой зависшей ситуацией, долго сказал, в течение следующего года, пока не решится вопрос с цифрами, никаких изменений по поводу статуса «Молдова-Газ», а в принципе в протоколе, там в третьем пункте написано, и пока Молдова полностью не вернет весь долг «Газпрому», «Молдова-Газ», статус «Молдова-Газ» вот так вытекает из всего, это не может быть изменен. То есть это получается 5 лет. В течение 5 лет заморожен процесс, связанный с энергетическим, с европейским сообществом, участие в нем Молдовы. И это считается как большой плюс для «Газпрома». Они здесь как бы одержали, это если win-win, то для «Газпрома» win — это именно победа, это именно вот это достижение договоренности на протяжении 5 лет.